нас ждет еще один день железных людей. Еще один день работы фестиваля. Я признаю интересные с мастер-классами, ярмарками, станциями. Второй раунд. Владимир Савинов, боец в черной бригантине, с красным львом на щите, продолжает идти вперед. Какое-то у него сильное желание зайти в клинч с Александром. Видимо, попытаться все-таки бросить. Оба на земле. 10 секунд. Раз, два, три и четыре. Брейк, бойцы. Никто из вас не занял доминирующее положение. Нет добивания. Брейк, брейк. Встаем, встаем. Вон и один против два. Не тушуйся, Вовка, не тушуйся. Пожалуйста, разойдитесь по своим сторонам. Со всех сторон подсказывают бойцам, что нужно бить. Европейских пехотинцев начала 15 века. Визор, или в данном случае Club Visor, немецкое название. Оба бойца одеты в бригантины. Падение, споткнулся Сева, и это может иметь очень важное значение в этом сражении, потому что сейчас перевес на стороне стаи. Это полевая передвижная кузница. Мы из города Волгоград. Мыло натуральное, на основе растительных масел и трав. Правый мелисса, василек и лаванда. Черная – уголь и гвоздика. Оранжевая – цедра апельсина и облепиховое масло. Краснодара, клуб Берн.
выстраиваемся в одну линию. Финальный сход. Приготовились. Орда готовы. Бой! Несмотря на то, что сражаются и лупят друг друга железом, на самом деле все между собой дружат. Это огромное товарищеское братство. Уважаемые зрители, бои дворов на этом сегодня закончены, но это не заканчивается на этом боевая программа.